традиции к юбилею города открыли достопримечательность – Пушкинский сквер на проспекте Мира. Правда, тут же выяснилась абсолютно безграмотная оплошность, за которую в средней школе поставили бы двойку. Пушкин даром, что рядом с супругой Натальей Николаевной, но перед ней тетрадь с бессмертными стихами «Я помню чудное мгновение», посвященное совсем другой женщине – Анне Керн. В 2008-м облагородили не только центр. В Кировском районе появилось изваяние Арлекина и Коломбина. Традиционный крестный ход в День города. На этот раз икону Преображения Господня, считающейся покровительницей Красноярска, несли от Краеведческого музея до Свято-Покровского кафедрального собора, где прикоснуться к святыне потом могли все желающие. В 2008-м неожиданно повезло новоиспеченным родителям. Сей благой порыв в традиции по разным причинам не превратился. Все красноярцы, которые родились в этот день, День города, этим семьям будет выделено по 100 тысяч рублей для того, чтобы как-то отметить и поддержать, и чтобы они понимали, что это наш общий праздник. Зато традиции стали массовые, забеги стартуют все. В честь праздника тогда от Триумфальной арки до Караульной горы победитель получил телевизор. У часовни же торжественное поднятие флага города, залп из пушек и шарики триколора в небо. Конечно же, главным зрелищным событием стал, опять уже по традиции, карнавал. Как всегда, интрига, в каких костюмах нынче будет Петр Пинашков и его команда. На этот раз чиновники были в княжеско-боярских костюмах 17 века, но не все. Раньше, в старину, умели подбирать, шить, вот фасоны, все, но как-то не мешает. Тем более, еще раз говорю, сегодня погода этому способствует. Удобный костюм. По секрету скажу, естественно, и открою, может быть, тайну маленькую, что камни эти не натуральные, это бижутерия, но надо сознаться, конечно, что костюм тяжеловат. Я цветочный король, возглавляю цветочную колонну. У нас тематика сегодняшнего карнавала «Красноярск – город цветов». Это соответствует действительности. Без костюмов в 2008-м не остался даже основатель Красноярска Андрей Дубинской, хоть он и памятник. А в колонии карнавала по улицам водили не слона, но множество зверей. Циркового льва, сибирского медведя, питона. Была и всяческая техника. Одних только украшенных машин полтора десятка. Но опять же, по традиции, народные гуляния завершились в полночь у Театральной площади. Гуляющих не остановили ни ночные пробки, проблемы с транспортом, ни местами чрезмерно темпераментные земляки. Заключительным аккордом стал фейерверк. Наталья Кичина, новости ТВК.